Всем доброго вечера. Это стройка выходного дня. Строим дом. Здравствуйте. Ну, веники в бане хорошие, мягенькие. Сейчас пойду биться. Брат вышел, доволен. Ну, грубо говоря, письмо сыну, часть третья. Значит, я говорил в предыдущих видео, что надо было замерить расстояние. Значит, получается так. По этой стороне, вот по этой, до кирпича 2,06. По этой стороне, вот отсюда до кирпича 2,04. Посередине от перемычки до пола 2,15. По низу, внизу, ширина 78. Так, вот здесь. Вот здесь ширина 78. Вверху ширина 77,5. Ну, видно, вот этот вот краешек чуть-чуть вот на 5 миллиметров вышел. То есть, вот такие получаются размеры. Ну, лед не растаял. Ничего больше не сдвинулось. Всем пока.